Вчера президент России Владимир Путин после заседания Совета Безопасности страны подписал указы о признании независимости народных республик Донбасса. Кроме этого, с ним подписаны договоры о дружбе и взаимной помощи. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. На территорию Донбасса вводятся российские войска. Теперь поддерживать мир и спокойствие народных республик будут наши военнослужащие. Также Россия возьмет на себя обеспечение финансово-хозяйственной стабильности ЛНР и ДНР. Рублевая зона теперь официально распространится на их территории. В Луганске и Донецке люди ликуют. Россия! 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 Ура! Свой комментарий вечернему Магадану по теме дал и депутат Магаданской областной думы от КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Заксобрании Сергей Гончаренко. Я целиком и полностью поддерживаю это решение, решение нашего президента и решение нашего правительства в поддержку наших братских республик ЛНР и ДНР. Очень приятно, что в этот раз не было никакого фракционного разделения, и все парламентарии проголосовали единогласно «за». Мы братский народ, мы единая страна, мы славяне. И в трудные минуты мы всегда поддерживали и будем поддерживать друг друга. Чтобы узнать, как отнеслись магаданцы к новости о признании России независимости ЛНР и ДНР, мы вышли на улицу и обратились к людям напрямую. Скажите, пожалуйста, поддерживаете признание России ЛНР и ДНР независимости? Поддерживаю. Да никак, честно говоря. Ну, Луганская Народная Республика и Донецкая. Хорошо. Да мне как-то пофигу вообще. Сегодня Россия признала независимость ЛНР, ДНР. Очень рада. Рада? Рада. Мне почему-то страшно очень Запад и Америка, и Англия и вообще. Ну, просто страшно. А так я, например, за. То есть уже давно надо было это все сделать. Ну, в политике очень сильно не разбираюсь, но страшновато, боюсь, чтобы не было войны. Но столько слышала такую информацию. Вот как вы к этому относитесь? Не положительно. Ну, конечно, поддерживаю, да. Россия признала независимость ЛНР, ДНР. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Никак. Сегодня Россия признала независимость ДНР, ЛНР. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Спасибо. Олег Дудник, Илья Пачин, Олег Калугин. Специально для вечернего Магадана.